Участники военного парада стали собираться перед площадью Свободы задолго до его начала. Безупречно выглаженная праздничная военная форма, до блеска начищенные сапоги и грудь в орденах. Ветераны, офицеры и солдаты, одинаково волнуясь, готовятся к важному событию. Большая честь для меня – это сегодня вот на этой машине проезжать вот тут. Всех поздравляю. Звучат фанфары и начинается военный парад, посвященный 25-й годовщине победы народа Абхазии в Отечественной войне. Министр обороны докладывает главнокомандующему вооруженными силами Раулю Хаджимба о готовности подразделений к проведению парада. Президент поздравляет военнослужащих и весь народ республики с Днем Победы. Уважаемые соотечественники, уважаемые ветераны, товарищи генералы, офицеры и солдаты, уважаемые гости, День Победы и Независимости, который мы отмечаем вместе с соратниками, братьями и друзьями, стал неотъемлемой частью нашей новейшей истории. Наш народ глубоко выстрадал свою священную свободу, положив на ее алтарь в жизнь своих отважных сынов и дочерей. И в этой неравной борьбе с грузинскими полчищами, вероломно вторгшимися на территорию Абхазии в августе 92 года, с нами были братья с Северного Кавказа, наши зарубежные соотечественники, добровольцы из России, с Южной Осетии, Приднестровья и других государств ближнего и дальнего зарубежья. Счастья народу-победителю, мира и процветания Республики Абхазия, мира и благополучия братским народам, пришедшим к нам на помощь в дни суровых испытаний. Накзарак зайт шала ягу ахакитра, накзарак зайт хайлар ракзара, шардамта абсанра. Военный парад начинают пешие коробки военнослужащих. Стройным шагом по площади Свободы идут подразделения Министерства обороны, служащие силовых структур и ведомств Абхазии. На площади Свободы и военнослужащие 7-й российской военной базы, казаки, а также представители Министерства обороны Южной Осетии. Военной академии имени Фрунзе, подполковник Умар Пацхалия. По площади Свободы начинает движение техника, стоящая на вооружении абхазской армии. Артиллерия, зенитные ракетные комплексы, установки залпового огня «Град», бронетранспортеры, боевые машины пехоты, танки и другая военная техника – сегодняшняя сила и мощь абхазской армии. На площади бронированный многоцелевой автомобиль повышенной проходимости «Тигр». На второй день войны, 15 августа 1992 года, у противника был отбит первый танк Т-55. Кульминацией военного парада стало появление в небе над площадью авиации вертолетов Ми-24 с государственным флагом Абхазии и самолетов штурмовой авиации Л-39, которые пустили в небе над Сухумом зеленые и белые полосы, основные цвета национального флага. За военным парадом наблюдали многочисленные гости, приехавшие на празднование Дня Победы в Отечественной войне. Очень приятно видеть сегодня действительно состоявшуюся республику, действительно радостные лица зрителей, мощь военной техники, которая есть в Абхазии. Спасибо большое организаторам, спасибо большое за то, что нас пригласили. Мы сегодня были на холме славы, возложили цветы вашему первому президенту, герою Абхазии. Мы восторженно относимся к мужеству, стойкости абхазского народа.
После военного парада на площади Свободы состоялось шествие бессмертного полка и выступление юных спортсменов и детских танцевальных коллективов Абхазии. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.